Участниками 6-го по счету конкурса молодого балета мира стали 47 танцоров из 8 стран. Оценивать их выступления будут видные деятели мирового балета, критики, артисты и педагоги из России, Беларуси, Украины, Франции, США, Японии и Южной Африканской Республики. Возглавляет международное жюри руководитель Краснодарского театра балета. В своем выступлении маэстро отметил, что в этом году конкурс вышел на новый уровень. Впервые он стал частью новой акции Черноморской ассамблеи Юрия Григоровича, в рамках которой состоятся Генеральная ассамблея и круглый стол Международной федерации балетных конкурсов, пройдет также и концерт лауреатов младшей группы. Сам конкурс заставил делать так, чтобы он обсуждался. Интересовались другие люди, обсуждали разные точки зрения и позиции. Вот, по-моему, это интересно. Развитие, так сказать, идет от конкурса самого, потому что интерес к нему возрастает. Я вот должен сказать, что приезжать интересно туда, куда тебя ждут и хотят, чтобы этот конкурс состоялся. И в Сочи конкурс действительно ждут. В день открытия в Зимнем театре был аншлаг. Помимо спектакля, участники и гости конкурса посетят олимпийские объекты и мемориальный дом-музей Сергея Худякова. Писателю, историку балета и создателю сочинского парка «Дендрарий» был посвящен конкурс молодого балета мира в 2014 году. Тогда мэром курорта и был вынесен на федеральный уровень вопрос о создании такого памятного места в городе. Для нас это момент привлечения. Для нас это дополнительные возможности наших гостей. То есть, приезжая в город Сочи, можно здесь отдыхать наряду с отдыхом, оздоровлением, экскурсиями, еще и посетить вот знаменитые соревнования и очень интересные конкурсы, которые проходят в городе Сочи. И вот молодой балет мира – это тоже не исключение, это одно из основных мероприятий, куда обязательно придут наши гости. Конкурс также включает программу мастер-классов. Ежедневно участники смогут заниматься в классах известных балетных педагогов. Торжественное закрытие конкурса состоится 25 июня. Гала-концерт лауреатов пройдет в Краснодарском музыкальном театре. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.